В последнем письме своем пишешь, что мысли твоих мне не внять о тонком, прекрасном и чистом, Ирина. Ну как не понять? На свете вокруг, что прекрасней, умнее, сильнее и милей, природа, собрав весь пристрастно, одарила всем своим матерей. Родившись, мы любим, живем, умираем, миллиард поколений подвластны годам. Другие живут между адом и раем лишь потому, что не вняли дара. А люди живут и не знают любви. В душе не родившись, она уж увяла. Знать нет интереса к природе у них, а она, брат, всему начало. Вот яичники, посиделки, хороводы на поляне в круг, и мальчишек с образцов проделки, и веселый весь девок друг. Просидят до полуночи с песнями, распустив свои косы на грудь, обложив босые ноги ветвями, и в полголоса что-нибудь. Разревутся иной раз без причин, знать желает того душа. Расцветают сердца девичьи. Вон пляс. Фортуна считает, что мною играет, а я ее бросил с утесов кучей. Судьбу свою сам человек выбирает. Я выбился девушек этих, Ирина.